Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, и сегодня вы узнаете рецепт очень эффективной маски от морщин. Маска, которая разгладит даже самую дряблую кожу. Эта маска очень проста в приготовлении, состоит из простых доступных ингредиентов. Очень эффективна, классная маска, поэтому устраивайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра! И, мои дорогие, я знаю, что вы, так же как и я, успели полюбить маски на основе томатов. Томатные маски очень хорошо освежают кожу, очень хорошо увлажняют кожу. Это как раз то, чего не хватает нам в момент перехода от летнего времени к зимнему, когда включают паровое отопление. Кожа в помещениях сохнет, воздух становится более сухим и, конечно, кожа в этот период теряет тургор кожи, теряет свою плотность, теряет увлажненность и, соответственно, внешний вид ухудшается. У многих из вас, конечно, в этот период возникает и шелушение кожи. В общем, маска универсальная, подходит для всех типов кожи. Маска хорошо осветляет кожу, также хорошо выравнивает цвет лица, если у вас вдруг есть легкая пигментация, светлые пигментные пятна, то регулярное применение этой маски также и осветлит пигментацию. Давайте приступим. Для ее приготовления нам понадобится примерно третья часть вот такого некрупного томата. Лучше всего, чтобы томат был созревшим, даже перезревшим, чтобы мякоть у него была плотная, чтобы томат имел очень такую плотную текстуру внутри. Сейчас я разрежу, покажу. Вот такая плотная томатная консистенция должна. И лучше всего томат этот натереть на мелкой терке. Можно также и размять вилочкой. Я быстро это делаю вот так. Шкурку не растираю. Для приготовления этой маски нам понадобится 2 столовые ложки именно вот этой томатной пасты натурального приготовления. Если у вас есть желтые томаты, они тоже хорошо подойдут. Цвет томата не имеет значения. Главное, чтобы он был уже хорошо созревшим и консистенция была у него вот такая мягкая. Шкурку выбрасываем. Чтобы вам проще было сориентироваться, я добавляю эту пасту. Видите, она без косточек. Очень такая приятная, уже, можно сказать, маска готова на быструю руку. Но, конечно, те маски, которые я показываю на своем канале, я максимальным образом усиливаю питательными компонентами. И маски, которые вы можете найти на моем канале, они очень интересные, очень простые в приготовлении. И, конечно, эффект этих масок проверила я на себе, предлагаю вам использовать эти маски. Следующим очень важным компонентом является сметана. Можно использовать жирный йогурт. Если ваша кожа очень сухая и сильное шелушение есть, то для приготовления этой маски можно использовать и топленое сливочное масло. Единственный нюанс, обязательно посмотрите до конца. Порядок приготовления вы, конечно, узнаете, но и порядок использования тоже посмотрите, как добиться наилучшего эффекта от каждой процедуры домашней. Добавляю 1 столовую ложку сметаны. После добавления каждого ингредиента нужно все хорошо перемешивать. Получается вот такая консистенция, которая очень полезными свойствами многими обладает, но, конечно же, недостаточными. Как я уже говорила, я делаю каждую маску и стараюсь по максимуму использовать те питательные вещества, которые входят в каждый компонент. Также 1 ложка меда будет делать эту маску очень питательной. Если у вас нет аллергии, используйте мед.
Если у вас есть аллергия, то вместо меда можно добавить сок алоэ, сок огурца, сок петрушки. Все вот то, что я вам перечислила, также будет очень эффективно воздействовать на омоложение кожи, на улучшение цвета, на уплотнение кожи. Также очень хорошо работает. И добавляю 1 ложку меда. После добавления каждого ингредиента нужно все хорошо перемешивать. И та питательная составляющая, которая присутствует в сегодняшней маске, эффект даст просто восхитительный. Следующим очень важным ингредиентом является рисовая мука. Рисовую муку можно заменить на ржаную муку, можно заменить на пшеничную муку. У меня есть и ржаная мука, и рисовая мука. Рисовая мука также дает очень хороший осветляющий эффект. В сочетании с томатом, в сочетании с жирными кисломолочными продуктами, молочными продуктами, осветление кожи, отбеливание кожи будет просто невероятным. Все компоненты также хорошо перемешиваем. И самый последний ингредиент, но самый важный, который будет также нести и очищающую функцию, это, конечно же, сода. Обязательно придерживайтесь вот той последовательности, которую я вам предлагаю, потому что именно соду в масках домашнего приготовления нужно добавлять в последнюю очередь. Это будет давать хорошее вспенивание, так как томатный сок имеет в своем составе и витамин С. Естественно, будет легкий эффект такой загашенной соды. И обязательно посмотрите, обязательно придерживайтесь вот той последовательности. Всегда повторяю, но все равно некоторые из вас делают такую ошибку и в результате получают не тот результат. Добавляю 1 ложку соды. Сода должна быть свежая, обычная. И начинаю все хорошо перемешивать. Лучше всего эту маску использовать сразу после приготовления. Видите, пошел эффект реакции вспенивания. Маска получается очень воздушная, очень приятная к применению. Если вот то количество, видите, она просто поднимается и кажется, что ее количество увеличивается. На самом деле эта пена через какое-то время осядет. По этой причине эту маску лучше использовать сразу. Вот этой порции, которую сегодня мы с вами приготовили, достаточно для нанесения на кожу лица, на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Маску эту нужно наносить обязательно в 2-3 этапа. То есть после нанесения маски в один слой нужно дать 1 минуту для того, чтобы кожа немножко начала впитывать эту маску. Затем наносим последующие 2 слоя. Маску эту лучше всего делать на распаренную, очищенную кожу лица. Лучше всего эту маску делать курсом, если вы хотите добиться более свежего, светлого оттенка кожи, к тому же очень хорошо увлажнить кожу, то увлажняющую маску эту нужно делать 2-3 раза в неделю курсом в течение 2 месяцев. После истечения 2-месячного курса можно сделать перерыв. И в последующем своем режиме ухода за кожей лица делать эту маску 1-2 раза в неделю. Маску эту нужно держать 20 минут. После истечения этого времени лучше всего маску смыть сначала теплой водой. В момент смывания обязательно делайте легкие массажные движения по направлению к кожным массажным линиям. Затем ополоснуть кожу лица прохладной водой. Можно после применения этой маски не использовать дальнейшее тонизирование, так как маска сама по себе очень хорошим освежающим, тонизирующим эффектом и увлажняющим обладает. После использования этой маски нужно нанести легкий увлажняющий или питательный крем.
Маску нужно делать каждый раз, готовую новую порцию, но я уверена, что вы не будете лениться и уход за своей кожей будете делать регулярно. Регулярность обеспечивает результат, и все зависит только от вашего желания, от вашей любви к себе. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами. Для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. И я надеюсь, что вы, как всегда, с пользой и удовольствием провели вместе со мной время. А с вами была Оксана. Всем всего хорошего. Пока-пока.